Доброе утро всем! Сегодня я проснулась в 7 утра, насобирала здесь ведро огурцов. Получается 2 ведра перца. Здесь еще одно ведро огурцов и ведро помидорчиков. Некоторые вот так вот попеклись. Вот, а есть прям вообще уже обалденные спелые розовые перцы, помидорки. Вот, а вот этот вообще красавчик. В общем, если какие буренькие, то я их положу, они подлежат и доспеют. Петунья так красиво распустилась. А вот еще расцвела герань. Ой, тут все закрыло, всю красоту. Красивая очень, крупная. Обалдеть. Мы сейчас, в общем, идем завтракать, чайник уже нагрет. Дети хотят пельменей. Гриша, в общем, Степа попросил его нарвать дня два, может быть, назад ягод, миску. Гриша сказал, тогда мне пакет пельменей. Вот Степа ему привез пакет пельменей, но он привез его в тот же день, но мы просто его не сварили. И сейчас Гриша просит на завтрак пельмешки, так что пойдем кушать пельмешки. Там есть еще йогурт с малиной. Буду доделывать торт. Сегодня у меня такой день заготовок. Заготовки перца буду замораживать его. В общем, огурцы закатывать. Малину еще нужно собрать. Ко мне сегодня подарил цветы. Сам их поставил водичку. Афанасий тут чудит. Мальчик мой, да? Достал из морозилки. Из морозилки же достал малину, насыпал сюда сахара и ест. Ну и как тебе? Вкусно? Не холодно? Нет? Всем приятного аппетита! Спасибо. Обеда. Он острый этот соус? Ну попробуй, я не знаю, как тебе. Так, кушаем, в общем-то, пельмешки сельповские, тосты. Антохе они очень нравятся. Боже мой. Тебе не нравится? Мне не нравится. Тебе нравится? Да. Так, ну что, мы позавтракали, пельмешки все доели. И сейчас я хочу собрать тортик, чтобы он немножечко постоял, пропитался в холодильнике. В общем, для начала нужно сделать этот крем-чиз из сливок и вот этого вот сливочного сыра, который хохлан. Сейчас он по 57 рублей, я уже не устаю это повторять. Вот, и вчера мы заехали с Григорием, же его купили. Так, сейчас будем для начала взбивать сливки. Нужно с сахарной пудрой, но у меня нет, буду с сахаром. 100 грамм сахара, чуть меньше, чем пол-литра. Может быть, все добавлю. В общем, сейчас посмотрим. Ну что, в сливки я взбила. В общем, они не прям такие стоящие, но... то есть дорожка вот эта вот от миксера, да, когда вот так вот делаешь, остается. И теперь сюда буду добавлять этот вот сливочный сырок. Ой-ой-ой. Здесь у меня две новые пачки и одна уже начатая. В общем, сейчас весь сюда выложу. Сахара здесь 100 грамм, я уже говорила, да, 200, получается пол-литра. Я всю сюда вылила сливок, 100 грамм сахара и, ну, здесь будет 2,5 пачки сыра. Есть больше сыра, ложите больше, тогда будет все вкуснее. В общем, у меня точного рецепта сыра нет. Естественно, там на YouTube есть каналы, у которых прям крем-чиз с точным количеством ингредиентов. У меня все на глаз, как всегда. Сейчас разрезала бисквит ниточкой. Вот она, нитка. Просто прошлась вот этим ножом-пилой немножко по кругу, а потом ниткой все дорезала. Так, ну что, вот такой вот крем-чиз. Тортик в сборе получился. Я так и хотела, если честно, чтобы бисквит было немножко видно. Сверху сейчас вот здесь вот хочу попробовать залить этим растопленным шоколадом в микроволновке. Здесь вот по краю. И наложить сверху малинкой. В общем, сейчас все это сделаю и покажу вам, как получится. Так, ну что, вот такой вот торт получился. Не знаю, как вам. Писать я вообще не умею. Вот, так что пока вот так вот. Главное, что он, я знаю, что он очень вкусный. Этот бисквит шифоновый обалденный, этот крем-чиз и любые вообще ягоды или фрукты. Отличное дополнение. Так что если будете готовить, то я думаю, вы вообще не пожалеете. Он очень вкусный тортик. Несмотря на
украшение. В общем, но мне нравится, если честно, потому что все домашнее, мята домашняя. Абрикосы дети собрали, жердели у нас их называют, жерделки, малина тоже домашняя, вот кроме, ну, то есть все ягоды у нас домашние, вот так вот, мне нравится. Сейчас поставлю в холодильник и будем ждать нашего папули на обед. Я полы здесь на кухне, полы, не знаю, как правильно сказать, но, в общем, намыла здесь пол. На кухне я обычно мою, если кухню, то коридор и, естественно, ванна. Вот, сейчас иду на улицу заниматься огурцами. Вы решили одной тачкой, представь? Мы так решили. Там я сначала везу сюда, выгружаю, пока Антоша там что-то свое делает, ловит бабочек. Угу. Он сейчас сначала накладывал, а я пока ловил бабочек. Я одну поймал. Да, и куда вы едете? В банку. В банку посыпали? Да, червей, правда, ну, все равно. Угу. Да, дети, тут сегодня у них задание с дровами. Блядь, тут уже почти, вот, оно скоро проваливаться будет. Ведь я даже не знаю, что делать. Не знаю. У меня тут еще и Марсик отдыхает. Что это за кот такой нахальный? Блядь. Наглый. Блядь. Ну, дрался кот наш, да, он я любит знаю, драться. Я знаю, с кем. Рыжий один. Да, приходят коты. Так, я сейчас буду перебирать огурцы, которые на закатку. В общем, большие, естественно, такие закатывать никто не будет. А еще вот такие вот я закатываю. И они там сами выросли? Да. И с перчиком потом разбираться. Помидорчики сейчас просто в ящики поскладываю. Ну что, вот огурцов я здесь навыбирала. Теперь иду их в душ мыть. Прям хорошенечко. Тряпочка обязательно. Чтобы землю всю хорошенько отмыть. Вот. Вот огурцы здесь остались, которые... Я вот такие вот зелененькие, но... Крупные, естественно, не желтые, а вот именно зеленые, крупные. Кладу в холодильник на салат, очищаю их, и они прекрасные в салате. Помидорки уже в ящичке. Они тут все вместе, и спелые, и не спелые. Потом просто буду выбирать, которые поспелее на салатик. Вот, а сейчас помою хорошо огурцы. Прямо залью их водой, они еще чистые, постоят в воде немножечко. А я... Еще потом перцем уже буду заниматься, когда огурцы в банке залью кипятком. То есть я их все на закатку. Еще немножко хочу в кастрюльке замалосолить, что ли. Не знаю, как засолить, замалосолить. Ну, в общем, покажу сейчас, как я это делаю. Ну что, огурцы помыты, замочены. Сейчас будем их для начала малосолить, что ли. В общем, не знаю, как это назвать. Солить, малосолить в кастрюльке, чтобы кушать уже их через пару дней буквально. Так, для того, чтобы замалосолить огурцы, нужно взять на литр воды 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки соли. Здесь у меня 3 литра воды. Я кладу 3 ложки сахара. Здесь без уксуса. Так, 3 раз. Я с такой небольшой горочкой кладу. А там уж у кого какие ложки. Так, 3. Убираем сахар. Так, и, соответственно, 6 столовых ложек соли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот этот вот рассол сейчас должен закипеть. А пока займемся огурцами. Так, включаем наоборот. И доводим до кипения. Сами мы делаем то же самое, что и для закатки. То есть листики все вот эти вот кладем. Это укроп, листики вишни. Я еще кладу шпарыш, хрен и листики черной смородины. Здесь тоже где-то есть. Это, в общем, после моей закатки здесь осталось. Но еще все хорошее. Сейчас вот я дорву еще листиков черной смородины. Все сюда заложу на низ, потом огурцы и сверху тоже накрою листиками и залью кипятком, вот этим вот рассолом кипящим именно. Что, огурчики я в кастрюльку сложила, я им только попки обрезала с двух сторон. Сейчас сверху накрою листиками и потом, как закипит рассол, залью все это. Так, иди уже хорошо. Красиво, пап? Красиво. Это я додумался сделать все. Стенку. Закидаю, так да. А то мы уже не. Но они уже не достают туда. Не, я же говорю, я потом докидаю. Там чуть-чуть, там половина осталась.
Все, мы обедаем, мы все перчик. Афоня борщ так и не доел, уже пошел спать. И подсели мы сейчас на тосты с этим сыром, с зеленью. Обалденно. Вкусно. Гриша тоже перчики, да? Угу. Анташик, давайте кушаем. Александр залез. Не, пусть он ходит по кругу, вот так потихоньку, да, Сашунь? А мы пока все покушаем, да? Да. Антоша, тут все вперемешку, и торт, и борщ. Все, сразу у меня подруга София тоже так же. Торт, то сосиски, Говорит, да. Ты ешь, ты а я буду перцы фаршированные. Вчерашние. Какой молодец. Учится ходить маленький, да? Мешать, пусть он дошел. Баба! Ну пошел же! Вот они огурцы и рассол закипевший. Сейчас этот горячий прямо рассол я заливаю вот сюда вот в огурцы. Так, я уже с банки намыла, листиков насобирала. Теперь осталось самое сложное, это начистить чеснок. Принесла я тут чеснока. Нужно прям побольше, получается, начистить его. Так что буду сейчас этим заниматься. Так, все, все баночки я разложила. Получилось сколько? 3, 6, 9 баночек. Вот. Что еще? Теперь залила кипятком. Жду, когда закипит. Вернее, теперь поставила воду, что закипит. Я буду заливать их. В общем, как потом делать рассол. И все такое. Афонечка, иди вон, Александр, смотри, там ползает. Пошли посмотрим. Гриша! Ты его на одеялко, сын, сажай. Мама, видит там все, показать, как надо летать. Да, Шуля, ты его на батут посадил, Саша, только давай, замкнитесь ты покажешь, там. Как надо летать во время моей медитации. Мама. Хочешь? Что, тебе мама, маечку одеть? Мама, первый шаг, сесть в позу медитации. Куртку? Мама, да. Нет, маечка. Мама, как первый шаг? Сделать позу йоги. Второй шаг, закрыть глаза и летим. Гриш, не надо. Гриш, здесь Саша. Не надо, Гриша. Гриш, прыгать не надо. Здесь Саша. Можно прыгать? Не надо, Антош. Саша, у тебя что это до головы? Пока все огурчики остывают, баночки, я их кипяточком залила. Я помыла, значит, перчики. Кое-какие я знаю, что точно я буду замораживать. Целиком я их сразу порезала для Найсера, Дайсера. Будем вот такой вот насадкой сейчас пользоваться, чтобы, ну, в общем, он туда полосочками падал. Бак! А есть такие перчики, баба, вот такие, например. Баба! Тихо, я их буду целиком вот так вот, вставляя один в другой, замораживать в пакете для того, чтобы потом зимой их фаршировать. В общем, сейчас посмотрим, что из этой кучки получится. Мама тут режет перчики, помощник помогает, да? Кто мой главный помощник? Тут полил, а что ты поливаешь? Лук. А у меня тут лук. А, лук там у тебя растет? Да. Понятно. А кто его там посадил? А там ходил. Ты посадил? А там ходил, а тут лук ходил, а там ходил лук. Там садил лук и тут садил? Да. Сам? Или там тебе кто-то помогал? Мама помогала. Мама помогала? В общем, я начинаю с краю брать перчики, порезанные, разрезаю их еще на такие порционные кусочки, отправляю их сюда. Получается вот такая вот здоровская, как соломка, что ли. В общем, мне кажется, обалденные кусочки и для борщика, и для рагу. Там с мяском потушить перчик очень вкусно. А вот те, которые такие вот красивые, а те, которые красивые, такие вот этот вообще обалденный верхний, я их откладываю сюда, вот так вот ставлю, чтобы вода стекала, и буду складывать все в пакетики потом. Так, ну что, с перчиками закончили. Получилось 4 пакета по 10 штук, ну вот в одном 12, здесь по 10. То есть можно на 2 раза зафаршировать, и этого нам на зиму в принципе хватит, именно вот такого крупненького, а вот такого резаного я бы еще вот, там 4 пакета получается резаного перчика с соломкой, и в общем это сейчас все отправится в морозилку, и буду заканчивать с огурцами,
приготовлю рассол, то есть солью эту воду, из нее же приготовлю рассол на 1,5 литра воды, 2 ложки соли, ложка сахара и 50 миллилитров уксуса. Все это закипит и залью по баночкам, закатаю и переверну и укутаю обязательно в теплое. Что ты тут делаешь? Только ты вставай, не сиди на земле, хорошо, так играй. Слышишь меня? Вот, да, попу поднимай. Что там у тебя, камней насыпал, что ли? И что, теперь будешь высыпать? Ага. Ну, давай. Да. Трактор это? Да. Давай, играй, я пойду огурчики дозакатываю, хорошо? Антоха заснул, не спал в обед, привык все равно в садике спать, да, сынок? А Гриша вот не спит. Я огурчики за... в садике не спать. Угу. Так, огурчики я вот здесь вот закатала, закутала их. Через 2 дня только? Нет, ну там те, что я замалосолила, через 2 дня будем кушать. Да? Вот эти? Да не вот эти на зиму, они еще должны настояться. Другие в кастрюльке там. Что, малинку я собрала, получается 1,5 ряда. С этой стороны рядок. Гляньте, здесь какая уже травища, косить надо, сижу не все. И Гриша уже 2 таких ведерка отнес. И вот 2,5 ведерка получилось, 1,5 ряда. Уже малина, конечно, заканчивается. Смотрите, у нас такие тучи. Небо на самом деле целый день вот такое вот. То зайдет туча, ветер поднимется, то... Сейчас все успокоится. Гляньте, что у нашего соседа растет. Сейчас я приближу, покажу вам. Гляньте, это вроде бы рябина, да? Какая красивая. Что ты делаешь, сынок? Где ты взял такой велик-то крутой? Это папа делал. Папа тебе сделал? Так и там и звоночек есть, ты можешь звонить даже, да? Да, а ну-ка давай, сынок. Антоха почти даже на нем и не это, да? Кто там? Ты? Давай, крути вперед. Сильнее, крути, крути вперед. Крути. Ну, ножкой. О, вперед. Вот, молодец. Молодец, сын, ты сам уже ездишь. Давай, толкай ты этой ножкой. О, вот, молодец. Теперь быстренько крути и смотри вперед, куда ты едешь. Да, он даже быстрее, чем Антошка. Да он вообще шустрый. Иди, пожалуйста. Шустрик. Ты ну куда? Это ага. Чемоданчик сломался. Мама, что-то собрала? Угу. Потом без На дорогу. На дорогу, да. Ты ж крути. И руль. А туда вы на улицу не выезжали? Да нет, я только попробую здесь. Там убрал высоту сиденья. О! Стоп. Давай, вперед. Сам. Биби. Афоня едет, отходите все. Давай, поехали на улицу. Поехали, папа, тебе сейчас поможет. Вперед. А я только собираю малину. Хотела тебе сказать, если Антоша завтра купим, надо же это. Давай, сильней. А ты что там делаешь? Да. Осторожно. Че, папуль, у него здесь хорошо получилось? Как он? Давай. Ну, где в ямку чуть запер, да? Ничего страшного, давай, крути. Вот, не бойся, ты давай, не упадешь. Ну, может, один разочек. Давай, молодец. Не, назад не надо. Назад это тормоза, тормозить, понимаешь? Ой, гля, как голуби, да? Куда-то улетели. Пока я их приблизила. Там. Ну да, внутрь просто залетели. Да, вперед крути. А вон они сидят. Афонь, вперед надо. Это вот так туда крутить надо. Сильнее дай. Зачем ты назад? Вперед крути. Вот. И зачем ты опять? Ой, котик, ты на тормоза нажимаешь. Вот. А тормоза это нет. Значит, ты не едешь. Вперед. Крути. Вот. Не все, хочешь? Не хочешь. Ну давай закатывай. Бери, кати его на место.
потом будет время. Закат, закат. Да, он только если Афоня сам захочет, то он сразу ну, и поедет. Антоша, что же ж долго не мог. Ну, Афоня, потом... извините, очень быстро научился да, на все. Вперед, кати. Кати свой трактор. Это мой трактор. Вот. Твой трактор. Качи и кость. Держись и тяни. Нет, сбоку. Ой, сынок. Да, обойди. Вот, толкай вперед. И за руль да, держись, и за сиделку. И за сиделку, вот так. Раз. А рукой здесь и... Ага, там у него а там маленькое колесико. Да, вот. Все, вот, малыш. Так, ну что, так как я сегодня вообще не готовила кушать, то я жарю себе яичницу. Катя прогуляла ты сегодня. Прогуляла вообще на кухне. Так, у меня будет 3 помидора, пол лучинки уже здесь, болгарский перчик. Папелук, да. Сейчас сюда добавлю 3 помидора порезанных и потом 2 яичницы. Ну что, теперь в эту всю красоту буду добавлять 2 яйца. И тоже все перемешивать и жарить. Ну что, вот такая вот штука получилась. Бабушка моя ее называла чихертма. То есть здесь яйца, помидоры, перец и лук. Все это на сковородке. В общем, я это обожаю. Так, ну что, на сегодня все. Уже почти 11. Я сходила в душ, заложила стиралку, заложила посудомойку. И вроде бы сегодня много чего сделала, ну, лично по своим ощущениям душевным, но не успела сложить целую гору вещей в гардеробной. Так что вроде бы и не все сделала. Но, слава богу, закатала огурцы. И с перцем разобралась, потому что перца много наспела, еще там будет спеть, завязывается. В общем, короче, нужно все равно это все перерабатывать. И очень рада, что сделала торт. Он безумно вкусный, очень вкусный этот крем-чиз. Ну, в общем, супер-пупер торт. Хочу еще попробовать сделать капкейки с таким же кремом. Или как они, капкейки? Ну да, капкейки называются. В общем, кексы с кремом. Вот, в общем, все, пошла сейчас монтировать видео. Хочу вам сказать спасибо всем за то, что вы есть. Вот, мне прям сегодня очень хорошее настроение. Несмотря на то, что этот день семьи, любви и верности не прошел, как у многих в парках или еще где-то, но то мы завтра поедем в кино на «Гадкий я 3». «Гадкий я 2» мы смотрели, по-моему, 2. Мы смотрели в Ейске, я помню, в прошлом году, наверное, были. Там, в общем, попробую найти ссылочку, если вдруг найду, как мы ходили в кино. Вот. Я не помню, как Афоника ходил или нет. Не помню даже. Или когда вообще был. Не в том, может, году был. Когда был «Гадкий я 2». Я даже не помню, когда он вышел. Был ли тогда Афоника и вообще как там было. Не помню. В общем, ладно. Всем огромное спасибо. И до завтра. Обязательно поддержите нас. Нам будет очень приятно. Вот. И все, пока-пока. Think I'm crying on my own, well, I ain't.